Этот знак означает, что машину нужно ставить в определенном направлении, не жопой в ту сторону, как и сделали это. А почему? Почему они жопой поставили? Видно, и этот вот жопой поставил тоже. Видно, что жопой, да? Вот три жопы. А вот я выбрал 23 место для своей машины. Она стоит так в этом направлении. Почему? Потому что у нас солнце. Солнце, солнце, солнце. Где у нас солнце? Вон оно, солнышко-то у нас. Чтобы не напекло машинку-то. Чтобы не напекло машинку, я выбрал сразу там, когда мы договаривались, чтобы она стояла так правильно, согласно знаку, чтобы я не нарушал, как эти, вот как эти жопники, чтобы я не нарушал этот знак. Понятно?